Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга. Его бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем, 27 бизнес. Вот, спортзал Качок-Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них — это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный, приходите и тренируйтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приманочку на серию Magic Replay, первую серию. Сегодня со мной Вова. Здорово. Он же господин Прайд, короче, будем покупать R8 для ФМЭ. Кто не в курсе, кстати, я М5 купил. Кстати, да. Так, вот пишем управление транспорта, список машин. И сейчас крузак продадим. Так, продать. Лям 750. Я же говорил, что, блин, его дешево сливать только можно. Пишем F-меню, управление транспортом. Список машин. Свободная. Сейчас я куплю R8. Она стоит, пацаны, 6 лямов, понимаете, уже уровень просто. Самая дорогая машина будет в ФМЕ. В принципе. Что-то меня немного лагануло. Так, управление транспорт, список. Свободный, так. Ну там вроде, посмотри, есть 6 лям, можешь? По идее. Так, Nissan Silvia. Надо R8 найти. А, вот. R8. Купить. Лена появилась. Во, заебись. Вот это я понимаю. Заживем. Вот это заживем, блядь. R8 просто. Пацаны, R8. Просто соска. Реально. Купили, пацаны, R8. Сейчас, пацаны, охуеют, R8 фому купили. Нихуя себе, блядь, мажоры просто. Мажоры, пиздец. Так, Кази, короче, едем. Я, кстати, тоже сейчас попробую поиграть. В казино. Мне надо до 3 подняться идти. Так, работает. Тактика работает, кстати, пацаны, в натуре. Тактика работает. Изи просто. Кирилл, ПД, привет. Передавай, ну, всем привет. Кирилл. Там, короче, фрикултант тут тройка, это 50 на 50 работает. Ну да, пятерка валишь, типа больше фуртит. Не, четверка там больше. Пятерка все время слива. Нет. Ну хрен знает. Пацаны, Фома растет, ебать, уже машин у нас ебать. R8, да, 5. Это, да, это без Вани, блин. Ну это большая заслуга Артурчика, который подарил мне. Точнее, Фоме подарил. Ну вообще мне подарил, но он Фоме подарил 8 лямов. И ну, видите. Сейчас Ваня еще придет, сколько денег. Ну да. Можно будет еще вместо уже лансеров что-то купить. Там и так далее. 5000 фот, ну такое. Так, заходим, короче. Залетаем просто. Так, ты где играешь? Тут? Мне 200 как сразу кидает. 200 тысяч сразу кидает. Че, принимай? Ну хз. Блять, и стулья поставили, нахуй вообще не нужны. Не, давай. 60 тысяч кидают, слил. Ничего страшного. Сейчас поднимемся, пацаны. Да, снимаем. Так, нужна тройка, короче. Нужна троечка. Томас Харди, привет тебе. Дерет Фреш, привет тебе. Так, нужна тройка, блин. Кирилл, тащи. Пытаюсь. 20 тысяч слил, да я ебал. 1400. Бля, где тройки мои? 154 тысячи, ничья. 20 тысяч. Обратно слил, да ебать его в рот. Что-то я не по тактике просто играю. Ну такое. Ну да, ничего страшного. 12 тысяч, слив. Пиздец, тупо одни сливы. 1-1 сообщите. Да пофиг. Кидаем ставки.
Чувак типа крупье притворяется, ну такое. Так, с кем бы сыграть, блин, чтобы поднять бабла? На большую ставочку с кем-то ебануть. Хотя бы на 1200. Так. Есть тут кто-то, блин? 225, еще 225. 20 тысяч кидают. Ничья. А, блядь. На 1000, на 3000 играет. Что-то мне не сильно верится. О, выиграл 20 тысяч. Слава тебе, богу, нахуй. Так, что мне выпало? 54 тысячи. Проебал. Да ебалось оно в рот. Бля, чувака тройка выпала. Ну, сейчас он выиграет. Роберт. Так, нужна тройка. Во, тройка выпала. Играем. Ничья, блядь. Тройка выпала, сука. Все. Давай, ёпта. Так, 20 тысяч, тройка выпадала. Сука, слил. Пиздец. Я просто в ахуе. О, 250 тысяч, короче, вабан играю, нахуй. 178, 250. Нет, вабан играю просто. Я отказывается, блядь, пиздец. А у меня 10к, он в крысу играет, не играть не больше. Я уже понял, что он в крысу играет. Кто на 250 тысяч ебанет, пацаны, давайте. Слушай, кидай. Да ё-моё, кто со мной здоровается постоянно? Пацаны, я все понимаю, но, блин, не надо меня отвлекать. Надо бабло поднять. 17 тысяч, ничья. Ай, блядь. А было 500 тысяч у меня, а сейчас осталось 350. Ну такое, блядь. Ничья, 130 тысяч. Да ёбаный в рот, нажимайся, во. 1000, проебал. 10 тысяч выиграл. 130 тысяч, проебу. Проебал 130 тысяч. Просто, блядь, 940 тысяч. Давай, 234, 940 тысяч. Точнее, 140. 17 тысяч, давай, проебал. Просто проебал все деньги, пацаны. Вот так оно, блядь, все делается. Потому что играл не по тактике. Серьезно, проиграл? Да, 40 тысяч осталось. Пиздец. Это просто пиздец. Потому что, сука, тут крыс дохуя. Так, на последний кидай, короче. Все, слил, все, блядь. Все, я ебал, нахуй. Это казино, блядь. Выпустите меня, нахуй. Да, нахуй. Тупо все слил, блядь. 100 тысяч все слил. Я ебал. Просто пиздец. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.